Улица Симбирская, не центральная и не окраинная, бежит от Волги и до бывшей полевой Парадольной. Если идти по ней вверх, то выйдешь за город, а если вниз, то придешь на дно. Но мы с вами на дно сегодня не пойдем, а задержимся возле тех домов, которые кажутся нам особенно примечательными. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».